Ну, та камера уже пишет, так что можешь приветы всем, да? Родственникам, друзьям передавать. Будет писать все время. Не, ну, ну же ж... Сейчас подготовка. Подготовка идет, да. Тут же нужно палочки сделать такие специальные. Ну и камеры подготовить, чтобы всем видно. А, было. Камер, да, камеры подготовить, чтобы было видно. Ну, вообще-то, да, мы с ним договаривались, что только скрепить, чтобы было. Кстати, было отломано, видишь, вот здесь вот. Ну, вот это вот, пёрышко. А, и ты заводил и вставил обратно? Нет. А что сделал? Я туда просверлил дырдочку. Еще крепче держаться. Да, вставил стальную шпильку туда, вставил на наш шпионский этот смолу. Все, пах, все. Офигенно. Зверь. Ну, оно, я не знаю, дядька, оно цены в нем. Да. Я когда показал вот эту систему. Ну, жили. А что там? Пробы? Железо. На нет. Пробы. А здесь 800-ка. Ну, на ручке. На ручке. А на этой нету. Нет, ну сколько здесь? Ну, 15 грамм, 20. Ну, значит, рассказываю тебе. Это был нож, а это не из этой оперы. Вот тебе и история. Не-не-не-не. Были, что? Были. Да. Что это были? Наборы были такие. Железные. С серебром. Ручкой серебряной. Ну, а это латунное должно быть. Ну, а это современная хрень с покрытием, посмотри, оно даже, да, не позолота. Позолота. Какая позолота? Это какая-то хрень. Оно, а, я смотрю, ну... не могу понять, что за цвет. Золото приложи рядом, оно, а, другого, ну, вообще-то, цвета. Да, да, да. Увидел? Да. Ты же по золоту. Ну, я мне это давай меньше вот это всего. Выключим, а то оно скрипеть будет периодически. Где выключить его? О, замечательно. Цвет-то не золото. Это китайскую железяку прибабахали и в***ли. Приветствую любителей предметно-материальной истории. Снова я в гостях у Петровича и пришел к нему с ремонтом очень сложных, на мой взгляд, предметов. Это поднос и чайник. Сложность в том, что на этих предметах сохранилась фабричная полировка. И очень важно отремонтировать их так, чтобы следов ремонта не осталось. Либо их можно было легко устранить. Посмотрим, как Петрович справится с этой задачей. Петрович, приветствуйте, да. Пожалуйста. Привет всем, ребята. Да, ну тут видишь, ты уже защиту сделал. Да, извини, Петрович, можно я еще момент скажу? Я вчера в ролике, когда показывал этот набор, обещал... объяснить, чем чайник отличается от кофейника. Я несколько раз подчеркнул, что это чайник. В нашем шаблонном мышлении все, что высокое и с длинным носиком, это кофейник. На самом деле все не так просто. Главное различие чайника от кофейника — это в технологическом отверстии. В чайнике отверстие предназначено для фильтрации чаинок. А в кофейнике отверстие одно, оттуда выливается только заваренный кофе. Так как в этом чайнике отверстий много, это, друзья, это чайник, чайник, а не кофейник. Кофейник, да. Значит, ну ладно. Сложное, сначала... сложное. Сейчас давай, да, покажем, что здесь. Да. Здесь вмят корпус. Скорее, да, всего, это трофейка, которую притащили после войны. И, скорее всего, когда везли, ручку вмяли. Потому, да, что после того, как... а трещина эта появилась, скорее всего, им уже не пользовались. А внутри сохранилась тоже фабричная полировка. Это говорит о том, что предметом не пользовались последние 50, 70, 80 лет. Да. Ну, тут, первое, сейчас освободим ручку. Да, ее надо вытащить оттуда аккуратненько. Да. Аккуратненько, сейчас. Дышать частичками. Она, кстати, тут не очень. Там шпильки. Так, шпилька, да, она не очень. Плотно. Сильно. Тоже халтурщики в свое время были.
Ручка. И вот эту нужно. И ручка. Там еще часть, да, деревяшки? А? Там да, 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 да. Сейчас, самое сейчас, главное. Сейчас. Просто... Вот сейчас, 2 секунды. Часть, которую мы тоже вернем на место. А современные клеи позволяют создать такую поверхность, что будет прочнее, чем сам материал. Ну, да, это химия. Я же говорю, ей не пользовались, оно треснуло, отверстие не заюзанное, видишь, ага. Ничего туда, ни мусор, ни грязь никакая не попадала. Ну, что далеко ходить? Ты прям кстати, хочешь? Кто там говорил, что... Будет, как думаешь, будет там? Держаться? Двеси. Давай эпоксидкой лучше склею. Оставь, Петрович, не надо, давай вот это, без экспериментов. Вещь такая сложная, тем более тут маленький кусочек, а нагрузка большая, отвалится, мне будет стыдно. Видишь, здесь вот этот надо прижать, вот он уехал, осторожно, чтобы он не отвалился. Не эпоксидка это, на нашу смолу, да? Не, я эпоксидочкой аккуратненько. У меня осталась американская эпоксидка, досанкционная. Я думал, ты мне хорошо... А ты сам сделаешь, да? Да, я сам ручечку сделаю, я ее верну на место, покрашу, а к тебе приду вставлять уже. Так, слушай. Чего? Эти куда их прячешь? Заберу с собой, конечно, чтобы они у тебя не потерялись. Да, и потом их обратно... Конечно, обратно туда поставим. Так, ну что? Так. Ну вот, а теперь... Да, надо же зажать, чтобы оно там место такое слабое. Да, да. Уже чем тоньше слой. Да. Так. И легким постукиванием. И легким постукиванием. Контролируем потихонечку. Хотя, по идее, ты знаешь, если обратным ходом... Смотри, Сан Петрович, я... Ну, там толстый слой просто. Да, слой да. Стенки толще, чем вот это. Я уже смотрел. Да, да, ты... Там рычаг еще был, когда ручка. Слушай, я думаю, может быть, вытянуть? Нет, начал смотреть, там очень толстая стенка. Ну, ничего, сейчас мы... Пошло. Идет потихоньку. Идет, идет. Ну, я не сомневаюсь, Петрович. Я снимаю, не мешаю, не лезу под руку. Выкручивает. Ты только видишь, чуть-чуть закругление это сделал, так вот и все. Чтоб следов не оставлять. Ручку вон приложи. Еще. Еще потихонечку. Да ты ж хочешь, чтобы оно и чтобы не видно, конечно, было. Изнутри, я ж, да? Конечно, хочу, чтобы не видно было. Ну. Как, а там как получится. Чтобы оно только в другую сторону. Давай по ручку вставим. Да не-не-не, еще видно. Хотя.
хотя как видно, я на ощупь, знаешь, тыц. Если так, смотри. Подожди, вот так вставляем и проверяем. Ты что, все. Только Петрович может реставрировать предметы за 5 минут. Какими-то палками и самодельными. Нет, какие какими-то палками, палки, и самодельными молотками. Буковая. Ну, и от ножки стула, что, наверное. Тебе нужен такой молоток? От ножки стула 100% да, какой-нибудь. Да, этот, да. С Майкопской, кстати, Майкопской фабрики этих стульев. Это что, эбонит или что это? Нет, текстолит советский еще. Надо тебе. Да ну что я с ним делать буду? Ну, у тебя ну вот хороший молоток, да, сделаю. Молоток будет, молоток от Петровича. Давай, не откажусь. Что, отпилить? Ну, давай закончим, потом будем пилить молотки. Потом мы сейчас переключим зрителей. Те звонки будут. Петрович, я тоже хочу молоток. А, ну да. Давай конкурс придумаем, разыграем какой-нибудь молоток твой. От Петровича. Так, ну, детка, что же. Заши... Ну, нет слов, Петрович, прям оперативненько. Все, благодарю. Да. Это, на эту, ручечку там, верните. Внутрь, да. И переходим к этой тоже сложной программе с подносиком. Там бы вот тоже вообще бесследно его восстановить, было бы круто. У тебя же есть такая вот, чтобы зеркальная поверхность, нет? Нет, он надо. Где, как называется? Ну, это тут? Нет, это нет. Причиндал нет. Да, причиндал, но ланкапуцит. Понятно. Значит, нужно искать какую-то зеркальную поверхность, да, чтобы да. приложить. Где? Вот, смотри, вот она. А, вот. Вот она прямо. Как поперек вдоль. Тоже хочу посмотреть. Зеркально возьму. Так. И видишь, вот, и все. А тут что за удары? Не видел я, Петрович, если есть, давай выправляй. А, вижу, нет. Мелкие. Нет. А с той стороны видно их? Нет. Ну, значит, это не трогай их. Мы их не выправим никак. Да. Правильно я понимаю? Да, да. А тут вот выставил, смотри, такой. Ага. Так, подожди, это лишнее. Нужно, чтобы оно... Четко лежала на плоскости. Легким постукиванием 8-килограммовой кувалды. В который раз преклоняюсь перед профессионализмом мастера. Я готовил камеры. Думаю, ну час-полтора как минимум проводимся. Освобождал карты тут памяти. Видишь, все плохо. Что, этот... Тут ну, долго лежало, нет, да. Острым оно бухнуло. Что-то туда стукнулось, да? Упало, наверное. Ну да. Заполировать можно? Ух ты. Слушай, и очень тяжелым. Смотри. Прям в этот разрез, да, такой разрыв. А ну, что-то по этому. Ну, Петрович, выравнивай, я полирну потом все равно. Да. Насколько возможно выровнять, я отполирую. Сейчас. Где у меня полировка? Только нижняя, чтобы не это самое. Не царапалось. Не-не-не-не-не. Так все равно что ты будешь там. Давай еще раз. Тяжелее взял, чтобы раздавить эту. Да, это вещь, это я понял. Да. Чтобы выдавить эту канаву, получается. Ну да. Ой, как девочки не любят этого. О! Вообще, ну крутяк, что скажешь тут? Крутяк. Ага.
как царапина осталась, только не вмятина. Вмятина это. Есть еще, да, вмятина? Это у нас что, серебро или что? Да, серебро, 925-е, стерлинг. Ну, тут, понимаешь, это, да, вот этот кусочек придется вывести. Буду выводить, что делать. Ну, да. Это обычная стерка. Так советская, для чернил. Ну, да, оставляй. Ну, ну, это... Грязные работы. Извиняйте, не... дядька. Очень круто. Очень круто. А что еще у тебя? Все. Все. Друзья, я не ожидал, что съемка закончится так быстро, и Петрович приведет в порядок предметы буквально за считанные минуты. Как говорит Петрович, звоняйте. Все произошло очень быстро. У тебя есть что-нибудь еще показать? Там, смотри, вопросы были. Нюансы при пайке латуни и меди. Человек задал. Нюансы при пайке латуни и меди. Есть какие-то у тебя такие полезные советы? Так, чтобы не показывать долго. Ну, как показывать? Ну, ребята, там важно, чтобы был хороший у нас флюс. Вот сам на сегодняшний день вот этот 209 или 206 самый лучший флюс. Ну, это технические такие варианты. Это какое-то фирма производства или что ты говоришь? Нет, он еще с советских времен. А, ну, и... смесь этих кислот, там борная и... Это для пайки меди и латуни. Да, и латуни, да. Это знаешь где? Ну, они используются у газовиков, когда они... Ну, появят там вот эти вот свои агрегаты, вот эти водогрейные. Угу. Вот. И, кстати, там у них очень хороший этот припой, он легкоплавкий. Вот в таких вот он спицах бывает. Это медь или что это? Ну да, медно-цинковая такая штучка. Вот медно-цинковые пруты, кто спрашивал, не помню, ребят, извините, кто, ну, вот в комментариях он. Про вот, пайку вот. Меди и латуни. Вот лучше да. всего выполнять это вот такими, да. и вот он, такими там буквально, эти же расходными материалами. Да. Что ну, еще а так, там-то? Подожди, смотря где паять. Обычно, может быть, достаточно и оловом паять. Вот сейчас модно, знаешь... турки медные. Да. Вот эти же ручки отламываются. Знаешь, почему отламываются? Потому что там просто трубка с этот вот так ее вторит, торцом припаивает. Так, конечно, оно хрустит все. Чуть-чуть. Поэтому нужно здесь сделать зубчики, положить их туда, чтобы оно контакт был. Ну, технология пайки должна ну, да. быть соблюдена. И обыкновенным тритником. Ну, оловянным припоем. Пишите в комментариях вопросы по реставрации, и с Петровичем обязательно на них ответим, покажем, расскажем и поделимся. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. А что делать? Чего? Кружков умелые руки нет уже сейчас. Дворцов пионеров нету. Ну. Вот. Вот надо ж хоть так передавать знания. Ну, есть умелые, очумелые ручки. Очумелые руки. Да, ну я слушаю в Ютубе. А то действительно они вот так вот написано, что очумелые. И когда пишу им критику, они вон. Самая красивая дурь, которую я видел, это два удлинителя друг друга воткнутые и выделяющие электричество. А, это вот. Не, а когда этот лампочка, он на лампочку проволочку накрутил, изоленту синюю, потом, значит, этот магнит. Разломал магнит пополам, потом приклеил их и так, лампочка. Электричество из воздуха. Из ничего. Какие люди умные бывают. Ну да. Так ты же представляешь, так... Петрович, это кто-то смотрит и думает, а какие люди умные, какие... а я такой дурак, вот не могу там сделать примитивную работу. Так включите ж, ну физику ж не учили в школе, химию не учили, да?
Хотя, знаешь, что там была одна там замануха такая, что, мол, лампочка, вот раз и горит. Так, ребята, если поставить под стол генератор высокой частоты, то оно будет. Ну да. Так, елки-палки. Этот фокус описан в книжке Войцеховского, ну, радиоэлектронные, да, игрушки. Ну да. Ну, это ж... За стенкой вообще его там зажигали, что эти люминесцентные лампы, они в руках. Да. Люминесцент, так, здрасте, все коротковолновики, вот которые, они же поприкалывались, что на веревку у него перед передатчиком подвязана на веревку этот лампа дневного света, и все, пум, она включается. Так представляешь, а в то время ж не знали, что она на мозги действует. Да. Микроволновка получается. Ну, хотя все телевизионщики, которые вот работали на, ну, на телецентре, у меня дружбан, он ушел, по-моему, 45 лет. Mm. Так а что он на этот СВЧ? А тоже еще один сосед жил напротив нашего телецентра. И мы же, гы-гы, что ты здесь делаешь? Так мы взяли по комнате, вот так, по полу, по стене, по потолку, пожар, посидел. Нет, по-моему, сколько было медного провода, просто прицепили, угу, типа катушка. Да. Не знаю, витков 10 сделали, лампочка горела. Да ладно. Какая? По этот самый, 6,3 вольта. От фонарика? Да. То есть... Ну, излучение идет, потому что он был прямо здесь же, вот рядом со стадионом Кубань. Электрическое поле бешеное. Бешеное, конечно. Mm. Все, до встречи.